Весна все ближе, последние зимние дни подарят Иркутской области солнечную погоду. Но в некоторых городах продолжит выпадать снег. Подробнее расскажем в нашем прогнозе. В четверг, 27 февраля, в Ангарске облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 732 миллиметра. Ночью минус 15, а днем минус 3. В Шелихове похожая погода. Облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 729 миллиметров. Ночью минус 13, а днем 3 градуса со знаком минус. Осадки в Усть-Куте. В городе переменная облачность, возможен кратковременный снег. Давление 738 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 20, а днем до минус 5. В Усть-Илимске переменная облачность, возможен снег. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 19, а днем минус 5. Чуть теплее в Братске. Там переменная облачность, возможен кратковременный снег. Давление 731 миллиметр. Ночью минус 18, а днем минус 4. В Тайшете переменная облачность, возможен снег. Давление 745 миллиметров. Температура ночью минус 18, а днем 4 градуса ниже нуля. А в Саянске облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 719 миллиметров. Ночью в городе минус 16, а днем до минус 4. Кратковременный снег в Черемхово. Там облачно с прояснениями, атмосферное давление 716 миллиметров. Ночью минус 16, а днем минус 4. В Усолье-Сибирском облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 729 миллиметров. Ночью минус 16, а днем минус 3. Облачно с прояснениями в Байкальске. В городе кратковременный снег, давление 729 миллиметров. Ночью минус 15, а днем до минус 3. А в Бодайбо переменная облачность, возможен кратковременный снег. Давление 744 миллиметра. Температура ночью минус 25, а днем 4 градуса со знаком минус. В поселке Мама переменная облачность, возможен кратковременный снег. Давление 737 миллиметров. Ночью минус 25, а днем минус 4. В зиме облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 726 миллиметров. Ночью минус 16, а днем 4 градуса ниже нуля. Облачно с прояснениями в Иркутске. В городе кратковременный снег, давление 726 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 15, а днем до минус 4. Встречайте весну вместе с нами и хорошего дня!